Привет. Привет. Новый образ, не знаю, наверное. Привет. Настроение? Так себе. Вышла к вам, чтобы немножечко развеяться. Здравствуй. Приветик, Катюш. Нет, диету не соблюдаю. Правильное питание. О чем хотите говорить? Давайте на любую тему дозволенную. А вам все скажи. Почему? Это уже второй вопрос. Спасибо, Катюш. Нет, не всегда. Почему? Я же без макияжа тоже выхожу. Ну, сегодня просто еще в город ездила. Вернулась и не стала. Хлеб нет, не ем. Иногда только по утрам до 12 часов. Но это не диета, а правильное питание называется. Да, к 1 сентября готова. Скоро уже репетиции, можно сказать, уже все. Нет дней отдыха. Правильно это как? Исключаем жирное, соленое. Мама. Вот. А? Скажи, что если ты решил, это ничего страшного. Конечно, ничего. Сегодня другая. Правда? Мам. Ну, в смысле, мам. Правда, в хорошем смысле, вот, спасибо. Вот этого монстр трака садик буду всегда носить. Нет, нельзя. Ты такие вопросы специально задаешь, когда я в прямом эфире, да? Делать. Скажи, я да? Нет. Ну, иди тогда. Он уже большой, мам. Я уже какой раз замечаю, когда я выхожу в прямой эфир, они приходят и задают вопросы, которые в обычной, ну, я не разрешаю, например. У него новые машинки, он хочет садик. А я знаю, что он описывает садик и сломает или потеряет. Сыночка, ты обещал мне не мешать. И ты тоже обещал. Почему вы не сдерживаете обещания? Ладно. Дверь только закройте, хорошо? Угу. То мультик слышно, поэтому... Так, удачи, первый год самый сложный. Мам. Спасибо большое. Сынок, сейчас. А что сделать? Теряю. Как погода? Погода хорошая, но ветрено. У вас невероятная энергетика, которая чувствуется даже через экран, правда? Спасибо, мам, Виктория. А ты вот это девочкам показала? Нет, потом покажу. Пец он прикольный, да. Да, энергетика очень не спросить, спасибо. Про детей, ну да, хотела бы, конечно. Еще бы дочку хотела, но не знаю, пока не судьба, пока не время. И не то время, не то положение, короче говоря. Я, знаете, не знаю, как вы, но я верю в... во что-то судьбоносное. Естественно, мы эту судьбу строим сами, но по большей части на нашу судьбу влияют определенные моменты. Вот. На данный момент никаких детей больше. Спасибо, сынок.
ничего, все в порядке. Ничего смертельного. Самое главное, все живы-здоровы. А остальное все проходящее. Гимнастику, да, время от времени, когда вспоминаю, у меня там книжка есть. Кстати, эта книжка лежит у меня очень давно, можно сказать, лет, наверное, 5 точно. И я к ней только вот буквально полгода назад пришла, можно сказать. Вот. Да, с моей мамой иногда, конечно, когда вот уезжаю по делам в город, да. Ой, ну что я нажала? Боже мой. Сыночек, закроешь дверку, ладно, за собой? Куда? Там дверь закроешь за собой? Где мышь? Угу. А там закрыто. Да? Да. Как дела? Нормально пойдет. Да, я сейчас покажу. Просто это Артём спрашивал, а Марат нарисовал меня. Вот это я глазками Марата, моего старшего. Вот это я. Главное, посмотрите на губы. Короче, это я. Вот. Видео просто супер, только первые 5 минут посмотрела, это я вдруг пропустила очень чистый звук. Да, кстати, я заметила чистоту звука. Блин, Марат, что ты делаешь? Надо. Я, ну, можно сказать, из 90-х, я 86-го года. Не, в 90-е не очень хорошо помню. Привет. Настроение так себе. Я же с вами всегда честна. Сегодня оно у меня немножко не очень. Что динозавр смотрит как-то, как я делаю? Да, думаю, да. Думаю, да, что мысли материальны. Да. Если очень сильно верить во что-то, это случится, потому что мы к этому будем идти и стремиться всеми силами. Очень похоже, да, особенно губы. Яркое солнце, да. Есть такие моменты жизни, которые... Да, есть. Умничка, Марат, спасибо. Вы очень красивая, спасибо большое. Да, красивая. Хоть и татарское имя, но у нас нет, так скажем, да, татар. Вот, но имя очень понравилось, и мы не стали даже думать. Приветик. Настроение. Ну, смотрите, вот сегодня, ну, допустим, я слушала музыку. Музыка немножко меня подбодрила. А еще я чуть-чуть поплакала. Мне тоже это помогло. Вот. Слушать музыку и плакать. Это мое. Вот. Немножко поплакала и все. Немножечко полегчало. Думаю, выйду-ка я в эфир к девочкам. Главное здоровье, временный труд. Да, согласна, конечно. Вы знаете, еще такой момент, как мы воспринимаем это все. Для кого-то мои трудности окажутся пустяком. Скажут, девочка, ты вообще больная на голову. Это все нормально. То есть бывает, ого-го, похуже. Кого из блогеров любишь смотреть? А, макияж супер. То есть вот какие книги любишь читать? Книги, честно. Марат, ну ты смешишь меня с этим динозавром. Книги не люблю читать. Кого из блогеров любишь смотреть? Я даже не могу так прям перечислить. Я смотрю несколько девчонок регулярно и постоянно. Вот. Нет, депрессии нет. Как таковой прямо депрессии нет.
Упадок сил, упадок настроения, да. Сонечка, не грусти, спасибо. Мать, ну ты чё? Да, глазки чуть красные. Есть такое. Ваш эфир только для девочек? Нет. Вы ж смотрите, значит, не только для девочек. Чего вы, Руслан? Вы уже как родной стали. Постоянный зритель. Вдохновение, энергию. Не знаю, от самой себя. Каждый новый день меня вдохновляет. Знаете, новый день как пробуждение после, как говорите, ну, как воскрешение после смерти реально. Ну, лично для меня. Потому что иногда на ночь столько мыслей в голову лезет. Думаю, блин, поскорее бы уснуть. Я быстро засыпаю. Засыпаешь, утром встаешь, все, бодра, полна сил, эмоций. И понеслась. Может быть, даже мое настроение – это только лишь моя усталость, вот так выражается. Потому что у кого-то выражается усталость, что он просто падает без ног на диван или на кровать, просто не может встать. А у меня, наоборот, я не хочу ни лежать так особо, ни спать. У меня, видимо, упадок сил, и это вот связано с, передается как на настроение. Я начинаю немножечко страдать в этом плане. Но и то, мне это очень быстро. Это очень быстро проходит. Перестать загоняться, жалеть от того, что не измените. Вообще, знаете как? Любить жизнь. И прежде всего, сейчас расплачусь. И прежде всего, донести себе, что жизнь одна, и в любой момент она закончится может. Простите, ребят. Вот. И еще. Не запрещайте себе плакать. Вот. Маратик, скажи, что я в эфире, я не могу выйти. Надо плакать, когда хочется. Да. Мама. Спасибо. О. Красиво. Покажи. Что слышно? Очень красиво. Мама. Мама. Потом в холодильник положишь. Что? Принесли. Что в холодильник положишь? Все фигня. Кто хочет стать консультантом Фаберлик? Спасибо вам. Ну, прям подняли мне настроение. Да все в порядке. Мам, я хочу дыню. Ну, сейчас, сынок, я же закончу. Я закончу, я тебе сделаю, ладно? Ну, такой только на соле. Хорошо. Маленький кусочек дыни. Да, детки. Я, да, могу сказать, я очень-очень люблю и уважаю себя. Это правда. Но и вместе с тем, знаете, это распространяется, наверное, больше на внешность. Хотя, может, то, что плачу, я тоже жалею себя. И от того, что люблю себя.
И это. Ага. Но в каких-то моментах, может быть, я не люблю себя, потому что очень сильно, очень многое терплю, там, допустим, да. Ну, тоже с какой стороны посмотреть? Фаберлик спасет меня. Да. Спасибо, девочки. Спасибо. Хорошо. Да что ж такое? Вот и легче стало. Видимо, у меня переизбыток слез в организме. Нужен выход. Вот. Деткам овсянка, мюсли с молоком, оладики, блинчики. Что еще готовлю? Бутерброды. А еще яйца в хлебе. Знаете, берете хлеб, делаете отверстие, туда разбиваете яйцо и обжариваете с двух сторон. Офигенно вкусно. Греночки. Частенько делаем, любят гренки. Вот. Панкейки. Все хорошо, ничего не случилось. Просто мы заговорили про жизнь и как. Там был вопрос про то, как не опускать руки, не переживать за то, что нельзя вернуть или исправить. Вот. И я задумалась вот про жизнь, в принципе, что ее нужно ценить, любить. Она у нас одна, и мы не знаем, что будет завтра. Блин. Извините, ребята, правда. Спасибо. Привет. Не буду же я вечно хохотать, да? Иногда нужно и поплакать. Да. Да, блинчики. Я люблю блинчики печь. Панкейки, блинчики обожаю. Оладьики не настолько сильно. Сырники люблю кушать. И так, чтобы они были прям творожные. Нет. Нет, в энергетических вампиров не сказала бы, что верю. Я не встречалась с таким. Я знаю, что есть люди, да, после общения с которыми, ну, кому-то становится тяжело, но я не встречалась с такими. Вот. Сейчас, ребят, я платочек возьму, а то шмыгаю носом. Это на костер.
Спасибо, спасибо. Иначе не может быть. Хочу быть настоящей. Спасибо за поддержку. Да вы что? Да, конечно, разные ситуации бывают. Обалденная красотка. Спасибо большое. Да, точно. Ну, дело в том, что у меня такое ощущение, что вот до этого возраста я жила как на черновиках. Вот серьезно. Настолько дурой была. Столько лет потерять. И сейчас, кому имею возможность сказать, живите сейчас, так как вам этого хочется. Ну, естественно, я не имею в виду там, хочется тебе загулять и наркоту попробовать. Дерзай, да что за волос тут торчит? Нет. Хочешь путешествовать? Путешествуй. Никто тебе не имеет права запретить это сделать. Никакой ни один парень, ни один любимый человек даже. Никто. Любимый человек, если он тебя любит, он никогда не будет мешать тебе развиваться, идти вперед. Да блин, сейчас. Плачу, из носа течет. Спасибо большое. Тоже люблю выпустить слезы. Вообще сентиментально. Очень я тоже смотришь фильм. Да. То же самое. Да. Я люблю таких людей на самом деле. Не потому, что я сама такая, а потому что, мне кажется, у таких людей душа настолько, не знаю. Конечно, с такими людьми немножечко сложновато, потому что эмоциональность, она не только в хорошем смысле, но и выброс идет и в другом смысле тоже. Спасибо. Ваши слова еще больше меня трогают. Спасибо. Значит, а мы ж не ценим, мы думаем, знаете как, мы думаем, что это все вечно. Жаль, тут нет такой кнопки, где можно звук убрать, или можно, не знаю, как в этом, в микрофоне блюете. Нажал, звук можно убрать. И во время стримов. Я прям так хочу стримы уже начать с вами, прямые эфиры. Ну, блин, веб-камера тоже 1007 стоит. Я пока на нее наскребу. Сегодня съездила за обувью деткам. Это капец просто цены сейчас. Мне нужно покупать сразу двоим. И, блин. Все хорошо, не буду больше. Мелочи. Спасибо. Не плачьте. Правда, не так поймут. Я еще как назло не могу выйти на работу. Даже если захочу, я не смогу. Потому что с детьми-то кто будет? Просто уроки делать я не хочу. Их задвигать в сторону. Особенно первый, второй класс. Нужно постоянно с ними. Постоянно. И уроки вместе, и все. Ну, конечно, есть кто бросает на самотек.
Я понимаю всякие обстоятельства жизненные. Я так не могу сделать. Дети нет, не спят, мультик смотрят. Правда, закаляют. Спасибо. Ну все в порядке. Просто так плачу. Эмоции, потому что зашкаливают. Да, мужчина не стоит. Не, сейчас все подумают, что меня муж бросил. Нет. Да даже если бросил бы. Может, было бы даже легче. Если бы бросил. Привет. Муж объелся грушей, закрытой темой. Да. Это точно. И да, мы сильные. Знали бы на самом деле, насколько женщина вот реально уникальное существо. Пусть существо, слово. Потому что мы все из плоти и крови, да. И если бы сейчас, почему речь заходит о мужчине, если честно, я не из-за мужчины, ну, не из-за мужа плачу, честно. Ну, я больше не из-за него, а больше из-за того, что я в какой-то момент, не знаю, до меня чуть поздновато дошло, что я должна оценить жизнь здесь и сейчас. Не думать, блин, а как же там завтра будет, а как же через 5 лет или 10. Вот. Макрот. Ну, извините, что тут раз... Ой, блин, да что ж такое? У меня тут муха летает. Да, девушки сильнее. А мужчины только физически. Да улетай ты отсюда. И что? Венера, а вас случайно не Лейла зовут? Венера, 83. Вас не это Лейла зовут? Муж славянский на Кубани. Ну, нет, не то, чтобы я чем-то отказала, может, даже и отказала. Потому что в свое время запретов было много. Не то, что сейчас. Хорошо, хорошо. Зайду, посмотрю. Почему Лейла? Потому что была одна девушка Лейла, которая рьяно пыталась узнать, где мой муж. Я поэтому так сказала. Ну, это да. Много чего успеваю и буду всегда. И я же говорю, что я довольна и горжусь тем, что меня не ломает. Ну, слава богу, я надеюсь, что в будущем ничего такого не случится. Вот. Да. 100%. Да. Я тоже. Я же говорю, я сейчас начала понимать, что этого делать нельзя. Не нужно этого делать, не нужно... Ну, насчет будущего я остановилась. То есть я не загадываю и
сейчас реже думаю о том, а что будет, а как будет. Но насчет прошлого я пока не могу отпустить. А нужно жить здесь и сейчас, нужно сейчас жить, потому что прошлое портит. Ну вот, а мысли о том, что будет, нас в иллюзии, это тоже плохо, когда ты начинаешь жить иллюзиями. Я тоже про Лейлу вспомнила. Да. Как научиться не бояться делать первые шаги, если это первые отношения, не знаешь, правильно ли ты поступаешь? Наверное, не нужно об этом думать, если честно, потому что я понимаю, что сколько бы я, например, в свое время не взвешивала, проблемы будут. Просто нужно заранее подготовить себя, что проблемы они могут быть. И что не нужно никогда, вот это самая главная женская ошибка, что мы всегда строим иллюзии, идеализируем, и потом, когда это не соответствует нашим ожиданиям, мы жалуемся. Но мы это все сами придумываем зачастую. Ну, конечно, мужчины тоже стараются это сделать, они хотят казаться лучше, вот. Ну, как, знаете, как птички. Горькую луну, хорошо, хорошо, хорошо. Ты вообще... Я, кстати, открыла и вчера не посмотрели. Вчера или позавчера, когда у нас был эфир. Короче, я не посмотрела. Это фильм, да, не сериал? Вот, хорошо, я посмотрю обязательно. Глубочайший фильм, хорошо. Обязательно посмотрю, прям сегодня же. Спасибо. Да, 100%. Ценить каждый день. Ничего, все в порядке. Все в порядке, просто эмоции. Как будто, знаете, собрались девочки и решили поплакать. Жалко, у меня нет таких вот... Не то, что нет таких девочек, есть. Даже рядом. Просто вот как в фильме, знаете, вот фильм или про домохозяек тех же отчаянных, или... «Секс в большом городе». Вот когда девочки всегда регулярно собирались, вот я всегда мечтала иметь компанию таких девчонок, с кем можно было собраться и посидеть вот рядом. А у меня все девочки разбросаны, все. Одна в одном городе далеко, другая в другом. Третья не может, потому что работает, либо там семья. Короче, не везет в этом плане. В свое время меня из глубокой ямы эмоционально вытянул. Лучше любого психолога. Ну, класс. Обязательно посмотрю. Обязательно. Горькая луна, вы сказали, да? Хорошо. Иногда же даже и не хотят. А, ну да, это тоже там самое. Привет. Вам его срочно надо. Обязательно. Завтра садик. Я доктор прописала сегодня. Нет, завтра воскресенье, сынок. А воскресенье выходной? Да, не, да. А можно, когда мы пойдем в садик, я отнесу вот этого така? А то Давид говорил, что... Хорошо, давай... Давид говорил, что у меня нету больших. Хорошо, давай мы с тобой об этом поговорим после, хорошо? Я сейчас поговорю с девочками, как ты говоришь, девочки, и мы с тобой поговорим после. Да уже все, не расстраивайся. Мам, посмотри, нигде нету трещин. Нет, все хорошо. Он там еще вот здесь.
Да нет, целая вроде бы. Не надо, Мар. Слушайте, я прям, вы меня так заинтриговали этим фильмом. Я прям очень хочу его посмотреть. Ну, не самолеты где-то вот эти гонщики. Очень. После этого самолеты будут. Горькая луна. Да, вот он, 92-й. Повеселиться. Вот, Горькая луна 92-го года. Да? Вот, все, я открыла. Буду смотреть. Детей уложу. Налью себе чаечка или... Да ну плевать, кофе с молоком. На меня, кстати, кофе не влияет. Хочу свежесваренный кофе и погадать на кофейной гуще. Ну, чисто развлечься. Вот. Блин, так свет падает. У меня такие мешки. Фильм «Горькая луна». А, да. Эммануэль Санье. Поняла. Женщина... Почему очень понравился, но мне кажется, многое там, конечно, хотя, может, такое бывает. Может, винцо? Да, кстати, у меня домашнее есть. Папе нужно сказать, чтобы он мне налил в графинчик винца. Виски. Винишко лучше, хорошо. Здорово, что расслабила. Да, любимые сериалы — это «Отчаянные домохозяйки», «Секс в большом городе», потом этот «Мама» сериал турецкий очень понравился. Этот самый Ленин. А, «Мотель Бейтса». Посмотрите, может сначала показаться каким-то нудным, хотя нет. Мне, например, с первых серий понравился. «Мотель Бейтса» он называется. Он немножко такой, ну, такой мрачноватый. Да. Спасибо. Да, ничего. Поплакала и перестала. Сейчас пойду умоюсь, похлопаю себя по щекам и все. Книги, честно, не люблю читать. Вот правда, я не знаю почему. Хотя надо бы начать читать. «Ранняя пташка». Я «Женщину» начала смотреть, этот сериал «Женщина». Ну, до половины посмотрела, еще осталось много серий, надо досмотреть. О, «Кука» я смотрела. Да, я смотрела. Угу. О, еще был фильм. Название забыла, тоже на российский фильм. Про то, как семейная пара, у них один сын, и он был свидетелем ругани родителей, и как они разбежались, и он потом теряется. То есть они его теряют, оказывается, он, короче, куда-то попадает и умирает этот ребенок. И весь фильм вот очень такой тяжелый. Забыла название, новый фильм, то ли 2017, то ли даже 2018, новый фильм российский. Привет. Черно-белая любовь. Угу.
сильная женщина, одним словом, да. Нет, я не смотрела такой сериал. Есть, да? Во все тяжкие? Нет, не смотрела. Хорошие дети не плачут. А о чем сюжет? О детях, собственно? Или название, ну, как-то не в прямом смысле? Ну, потому что, когда снимаешь видео или ездишь куда-нибудь в город, хочется краситься. И да, я не сильно крашусь, потому что на моих глазах только тушь и подводка. А если бы я накрасила еще тени, наложила бы еще контуринг и прочее, десятое, то это было бы сильно. А меня только дополняют стрелки, можно сказать, все. Нет, это не сильно. Для меня это не сильно. Любовь на прокат. Это зарядка у меня садится. Привет. Ого. Ого, да. Такой фильм... Надо посмотреть обязательно. Еще раз продублируйте название. Дети не плачут или там, как там было? Да вы что, настолько тяжелая черная любовь, да? Эмоционально. По поводу мамы пластики. Я не против ее. Но все. В пределах разумного, всегда говорю. Будь то это мама пластика, будь то это губы, будь то это попу подкачать. Но только все в меру, чтобы все смотрелось гармонично. Все, всегда. Золотая середина. А, хорошие дети не плачут. Помню, смотрела когда-то фильм «Легенда осень» с Брэдом Питтом. Тяжеленькие. Все семьи практически ревели, сдержали, не могли. Ого, ничего себе! О, девочки, сколько всего вы мне написали. Сейчас нужно все это пооткрывать. О, сразу вышло. Хорошие дети не плачут. 2016 года фильм. Мам, там мушки летают. Да, я сейчас приду их прибью. Я поняла, сынок, ну хорошо. Где полотенце? Я хочу. А, там в ящичке, посмотришь, в ящичке. Beautiful, do you speak English? No, к сожалению, I am not speaking English. Это максимум, что я знаю. Расскажи, как похудеть. Ну, как же это сделать? Я почти в каждом эфире говорю. Я не знаю, как похудеть, но что у меня, как бы, через правильное питание обязательно будет потеря веса. Угу. Куда приводят мечты? «Свет в океане» я смотрела. Боже, как я плакала под этот фильм. Ой, как я плакала. Я смотрела «Свет в океане». Обалденный фильм просто. Слов нет. Встречу. А вы из Ростова? Давайте устроим. Может быть, выложить пост, да? Ну, как раз это можно сделать после 1 сентября. Сыночек пойдет уже пару-тройку дней, недельку. Школа чуть-чуть подустаканится, и вполне можно. Как
этот раз не будет так сильно жарко, надеюсь. Мы можем встретиться где-нибудь, посидеть, поболтать, вкусняшку поесть. Отличная идея. Только нужно, наверное, пост мне выложить, да? Или как? Или... Ага, хорошо. Давид сидит, купается, слышит твоего малого голос. Мама, покажи мне, кто там сын. Классно. Ай, Давид. Если... Да, блин. Мой сынок сейчас будет убивать муху. Марат, а ты убиваешь муху? Да. Муху ловишь? Да. Ну, прибей, она же нам будет мешать спать. Ну, если у тебя не если у тебя не получится. А, ну у вас, да, ну меня пожрет, да? У вас закрыл дверь, а маму пожрет муха. Мам, я хочу сгущенкой. Хорошо. Хлеб. Вот, сынок, смотри, осталось совсем чуть-чуть. Вот сейчас эфир закончится, и я тебе все делаю. Я пока. Я хочу посмотреть, какая гущенка. Она не открывается. Она белая. Артём, отнеси, да, пожалуйста. На, отнеси, я сейчас приду. Хорошо? Посмотри, дым. Вот. Зачем ты облизываешь? А, Настя, знаю. Муза, кстати, пролетела. В смысле муза? Не поняла. Привет. Гибкая. Я не устану повторять, мы все по себе изначально гибкие. Просто эту гибкость нужно развивать. Я это вовремя начала и не бросила, поэтому у меня хорошая растяжка. Соня, я засмотрелась и заслушаюсь тебя, никак не выйду из студии. Оксаночка, нам с тобой нужно созвониться, потому что вчера я, как понимаешь, была. Да? Вот, и сегодня у меня продолжение. Ну, нам нужно созвониться с тобой, увидеться и обсудить там всякие темы. Плюс у нас с Оксаночкой намечается в сентябре татуажик, межбров, нет, межресничка. Вот. Муха, да, муха, точно. Привет, из Новосибирска, привет. Сонечка смотрела еще с Матурой, ага. Мгновение жизни или другое название, вся жизнь перед глазами сама. Да. А, да вы что? Мгновение жизни? Угу. Как ты относишься к нецензурной лексике у девушек? Ну... Насчет девушек, чтобы материться в обществе, ну просто вот так вот, я негативно отношусь. Но когда в эмоциях, когда ругаешься, что-то может вылететь. Это что за муха? По поводу мужчин терпеть не могу. Они считают это своей силой. Они думают, что они типа дерзкие, такие крутые, матерятся через слово. Это так противно. Они выглядят как эти обезьяны первобытные. Я вышла замуж в 24-25. Короче, в 21 мы познакомились, 3 года встречались. Ну да, 24. Межбровка, блин, пять. Да. Оксана хорошо делает. Да, Оксана вообще. Оксана это чудо-мастер по моим бровям. Оксана как одна девочка. Не помню, кто, может быть, кто-то из вас, кто сейчас смотрит, написали, что на моей брови можно молиться. Так что, Оксан. Привет. Познакомимся. Привет, давай знакомиться. Меня зовут Соня, а тебя?
А тебя, кажется, зовут неважно. Ну ладно, как скажешь. Ой. Сейчас, как только секунды пойдут, эфир закончится, я побегу. А то мой сыночек хочет этот сгущенку на ночь. Капец. Привет. Оксаночка, ты еще в студии сидишь до сих пор, да? Или ты уже отключилась от нас? Вы, кстати, в домик, это, в квартире еще или в домик уже? Помню, ты говорила, моя хорошая. Ну, еще поболтаем с тобой. Терпимо. Это не стоит того, чтобы бояться делать брови. Все терпимо. Нет, моя хорошая, не подкрашены, смотри. Я вообще не трогаю брови, вообще не подкрашена. Меня зовут Эдуард. Какое совпадение. Я в студии, капец, вот ты вообще даешь. Ночуешь там. Спасибо большое, Оля. Ну да, да, будет время, звони. Если нет, так спишемся и, ага, и встретимся. В любом случае, нам с тобой надо даже до процедур встретиться по вопросу, ну, сама знаешь, какому. То, что я хочу с тобой там пообсуждать, некоторые моменты там поузнавать. Не хочу к деткам идти, я хочу здесь быть. Сейчас эфир закончится уже, и так пойду. Наверное, не знаю. Сгущенкой. Да, хорошо, напиши, Оксан. Мама. А? Хлеб сгущенкой. Все, муж, долгожданный. Татуировку свою хочешь показать, которая никак не смывается? Это кто был у тебя? Это котик. Котик? А у тебя Джордж? Собачка и Педро. Сегодня утром подбегает ко мне в постель, приносит вот эти татуировки и говорит: мама, вот эту собаку зовут Педро. Это не собака. Собака это. Это кто? Марата, кто это? Видишь, какой здесь хвост? Лошадка. Это не лошадка. Да, лошадка. А, лошадка Педро. Еще одна ноги у меня как-то. Ясно. И овечка. А не олечка, а овечка. Олечка. Овечка. Проверяем. Мама, сколько тебе разговаривает. В соседней комнате сидит, написывает. Папа. А, я пишу. Да реально надо было. 42 минуты. Не проверяю, я ей доверяю. Артём! Жопа моя. Митинг детей сейчас скоро будет, походу. Ау, больно! Артём, блин, что ты делаешь? Ты чего там зажал? Ты решил вместо хлеба за сгущенку мою руку поесть? Это ничего. А дети, какие у вас любимые мультфильмы? Мой мультфильм самый любимый — Мимишки и три кота.
Еще раз. Мимимишки и три кота. Соня, твои подписчицы хотят со мной общаться, как в прямом эфире выйти. Никак. Неважно, три восьмерки это точно не мой муж. Мам. Мам, хочу хлеб сгущен. Столько же, сколько и мне. Я мам. Чуть что. Да блин, Артём! Не надо. Я хочу мать. Артём! Здрасте, мама! Артём! Так, Артём распоясался. Подожди, я Ушка! Прибью, иди сюда. Артём! Ушка! А ну, почитаем, ой, что пишут тёти, девочки. Интрига с мужем получилась. Не говорите. Мне уже самое интересное. Мальчики лапули. Мам, а мальчики пишут? Мальчики тоже пишут. А что, нельзя? А я думаю, что нет мальчиков. И мальчики. Мам, что вот это мальчики? Я... Что 14 марта? Артём! Это не муж, конечно. Кого 14 марта? 14 марта я родилась, оказывается. Фу, девочки пишут, какой мальчик, фу. Прекрати, девочки не любят таких мальчиков. Артём, девочки не любят таких мальчиков. Они воспитанных любят. О, Пинко. Мам. Мам, что вот а это мальчик? Вот это? Нету. Нету мальчиков. Здесь нету? Только девочки. Да. О, вот с девочкой мужик. Ой, стой, стой. Вот с девочкой муж. Девочки, две минуты осталось. Ну, может быть, я в ночную еще выйду к вам. Баловник. Если вы спать не будете. Баловники, мам, да. Это вы, баловники. Тёма. Я хочу... Ну, пожалуйста, ну не... Я динозавр на базу. Сколько лет назад... Не, в каком году мы поженились? Так быстро они пишут. Хорошо. Нет, не очень часто. А, не нажимай сейчас, а то сорвется, девочки обидятся на нас. Скажут, какой невоспитанный мальчик. Тебя все хвалили, а теперь ты смотри, как ты ведешь себя. Меня никто не хвалил, я не видел, что написано. Девочки, похвалите. Мар. Да. Так сколько? Нету. Сколько? Да, нет. В каком году мы поженились? Блин. И. После половины проснулась. Соль выйти в ночной пик. Да, да, хорошо, обязательно. Соль ночной во сколько? Я даже зарядку садиться. Часов в 11. Мам, я хочу... Включишь у меня на планшете мультик? Часов в 11. Вон та игра. Вон та. Пиксели. Ясно. Пиксели, которые вылезли из игры. Вот помнишь этот? Вот такой. Этот мультик. Мам, смотри, вот такой. Пиксели. Хорошо. Помнишь? Да, помню. Включишь нам. Ладно, моя хорошая, 15 секунд осталось. Я если к вам будет ноль, скажу, пока мы включаем Артему супер мультик.